современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения роли физической культуры и спорта, которая проявляется практически во всех сферах. И социальной, педагогической, психологической, экономической, культурной и даже политической в последнее время. Поэтому в соответствии с общемировой тенденцией и в нашей республике в том числе, вопросы развития физической культуры и спорта должны быть ключевым направлением политики государства. Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении и способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. И целью нашей научно-практической конференции является привлечение внимания профессиональной общественности и государственных структур к проблемам развития физической культуры как вида общей культуры человека, здорового образа и спортивного стиля жизни студенческой молодежи в современных социально-экономических условиях. Разрешите мне от имени многотысячного коллектива студентов и преподавателей нашего Далевского университета, от имени нашего ректора профессора Рябичева Виктора Антоновича поздравить кафедру физического воспитания с ее 60-летием. 60 лет можно по-разному толковать, много это или мало. Но все судится о делах, которые сделали сотрудники этой кафедры. За это время подготовлено очень много кандидатов и докторов наук, а также мастеров спорта. Кафедра вносит огромный вклад в воспитательную работу в нашем университете. Вроде бы кажется, физкультура, там дали мяч детям, они бегают, гоняют. Но на самом деле идет воспитательный процесс. Люди занимаются конкретными делами, общаются друг с другом и черпают все самое хорошее, самое необходимое. Я вижу здесь многих преподавателей, которые работали в университете, были совсем молодыми, когда я учился. Мне очень приятно, что коллектив кафедры сохраняется многие годы, что те люди, которые работают бесконфликтные, любят свое дело, любят наших студентов. Мне хотелось бы пожелать вам всем творческих успехов, побед в спорте, в науке, в образовании, конечно, в личной жизни. Хотелось бы, чтобы поскорее закончилась война, и мы с вами начали очно трудиться, воспитывать наших детей.